Во, погнали! О! А может быть корова, да? О, рыба-заяц! Волк, заяц, волк, заяц, лайк, подписка, комментарий. Ага! Почему я веселый такой? А я играю на гармошке. Yeah, классно! Ребята, надеюсь, по музыке вы поняли, что это. Это Friday Night Funkin', но не обычный, а тот, которого я дождался. В общем, это Friday Night Funkin' Soviet Cartoons, посвященный Незнайке. Как бы третья глава Soviet Cartoons, но как-то отдельно выпущенная, как я понимаю. И здесь дофига песен, в общем. 7 получается. Поехали. Панк. Незнайка стал панком. 3, 2, 1. Отрыжка в микрофон. Ужас какой! Я сейчас справа? Лево. Справа. А, я слева. Боже мой, зачем эти стрелки туда сюда скачут? Перестаньте это делать. Я пытаюсь его стрелки нажимать. Сейчас взорвусь. Незнайка крутой. О, перестали прыгать. Слава богу. Можно поиграть нормально. Yeah. Мысли. Я что, не на тех стрелках, что ли, был? Я не те стрелки жал, что ли? Я, блин, смотрел на левые, тыкал стрелки, а они были не мои. Так, я где? Я где? Я слева, справа, где я? Я слева, справа, я справа. Я слева. Я где? А, я в заднице! Ха-ха-ха, что происходит? Ой, я справа. Yes! Yeah! Незнайка навалил хардкору. Та-та-та-та-та-та. Знайка стайл. Так, а здесь есть хардкор какой-нибудь? Нет? Поехали. 3, 2, 1, go. Опять машина. Кто теперь против нас? Патроны нельзя нажимать, что ли? Или наоборот надо нажимать?
Не люблю ваншоты, если честно, в играх. Но так как дробаш у них, наверное, я должен нажимать. Да. Фига себе, там даже написали бах. Прикольные взрывы бахают. Музыку узнаете? Что-то знакомое. Прикольно наворачивается. Чуть не пропустил пулю одну. Ай, не ту кнопку нажал. Такой музон пошел. И я облажался. Блин, ребят, сейчас вернемся к этому моменту. Раз стрелять. Давай. О, погнали! Что? Ну я же не пропустил. Ну только нормально пошло. Все, буду в этот момент тогда пентагонить. Воу! Жесть! Оно еще пульсирует тут все. Ух, патроны летят. Патрон. Жду. Должны же прилететь. Ну? Не прилетели. О, капец, дроп сумасшедший вообще в песенку. Патроны поперли во все стороны, полетели. Вау, месиво, незнайка лупит. Революция. О, у меня аж пальцы устали. Хе-хе-хе, Чиполлино. Где Чиполлино? Я не увидел, где. Я просто даже не задний... Я еще не рассмотрел даже задний фон в этой игре. Я на стрелке только смотрю. 3, 2, 1, 2. А, да, Чиполлино, и правда. В общем, незнайка за всех отдувает, судя по всему. Спасибо за бусти подписку. Ну, можно было потерпеть, пока мы будем не на песенке. Сейчас какого-то драмчика нам навалит, а? Чувствуете, я уже слышу, как разогревается мелодия. Патрон? Ого, ах так, говорит, я за тебя не отвечаю. Ну, дропчик можно было посерьезнее придумать. О, колбаса! Слушайте, в этом моде еще ни разу колбасы не было. Наконец-то появилась.
Давай, песня, давай, ты сможешь. Давай выйдем на какую-нибудь горочку, а потом оттуда как... Воу! А, моя слева. Фух, я патрон еле уловил. Опять оно меняется, все, черт, только не это. Еще и патроны, меняйте патроны. Я просто спамлю. Так, я главное действующее лицо сейчас. Ух! Давай, еще поскулим, давай. Вот это вот включай свое. Мне понравилось. Вообще что-то будет, давай. Все трясется, не так видно. Я буду трястись так же в такт, чтобы компенсировать тряску. Не помогает. Ух, патрон чуть не словил. Глаза. Надо эту тряску отключать, мне кажется. Так, это что такое? Это крыса какая-то или собака? Пластилиновая. Что это? Я забыл. Голубоглазая. Maybe not a crew? Может быть, не команда? Я так давно не знаю, как смотрел, ребят. Сейчас... 3, 2, 1, go! Ой, пластилиновая. Все, смотри, какая прикольная. А, это пластилиновая ворона. И музыка из нее. Я узнал по первому. Ооо. Не команда, а ворона там, кроу. И? Ух ты! Это такие титры. БФ прикольный пластилиновый. Получился. Ну, скажем так, слишком глубокое переосмысление мелодии из пластилиновой вороны.
Она прям еле узнается. О! А может быть корова, надо. Что тоже хорошо. А может быть ворона. Блин, прикольно. Это, говорит, твой дворник. Я уже слов не помню. Сегодня собрались. Под конец там было. Что-то там, может быть, поужинать что-то там, может пообедать, а может и поужинать сегодня собрались. Что-то такое было. Блин, это классная была. Это классная была, мне понравилось. Такая вообще милота. Такие воспоминания. И сделано очень круто. Очень круто сделано. Там были стрёмные чубрики под мостом, а я не заметил. Ладно. 3, 2, 1, go. А это же было уже, да? Это топ-контент. Это же как там, дядочка Эх. Ох, ах. Ух. Мистер Грибной. Дядюшка Ау, да. Внезапно. Он уже был в первой части, или во второй, я уже не помню точно, Совет картунцев. Я вот эту песню не помню. Круто звучит. Вообще драйв. Боже. Хо-хо-хо-хо-хо. Это было круто. Гера. О, рыбозаяц.
Волк, заяц, волк, заяц. Лайк, подписка, комментарий. Поехали. 3, 2, 1, go. Тут он миленький. Это тоже уже было в Совет Картунцев в предыдущей серии. Смотрите, отлистывайте в плейлисте, смотрите и ищите в ФНФ. Оригинал песни не помню вообще. О, вот это узнаю. Это прям узнаваемо. Все равно, пусть боимся мы волка и сову. Я думал, сейчас будет дело есть у нас, но нет. В самый темный час косим трын траву, да? Вообще расслабонистая песенка. Так она на вайбе вообще на таком наваливает. Блин, капец, такие воспоминания. Это что такое? Eye of the Storm. Глаз шторма. Ой. Блин, это мультик про львенка, что ли, какого-то там. Или как там оно? А может быть, это вообще будет сейчас? Погоди, там, где они по дороге с облаками шли? Ну-ка, сейчас посмотрим. 3, 2, 1, go. Ой. Хоррор какой-то. Сейчас такой, знаешь, из Соника какая-нибудь песня. Хорош. Требует оригинал мульта, как называется. Я что, знаю, что ли? Ой. Ну,
звучание офигенное вообще. Это Львенок Икс, я думаю. Называется мультик. Мультик называется Клад. Правда, есть такой? Мультик, где львенок и слон в подарок торт несли. Это по дороге с облаками все-таки, ты считаешь? Может, тут микс из разных мультиков? Ну, львенок вроде был в «По дороге с облаками». Но, может быть, там они и со слоном подарок несли. Похоже, это так. Ну... Львенок XZ, да. Слушайте, ну круто. Такой вообще вайб. Такое ностальжи налетело прям на меня. Слушай, ну по звучанию мне больше всего вот это понравилась песня. И... А может быть, Ворона тоже классная. Слушай, Дедушка Ау тоже классный, Дядюшка Ау. Такой рок вообще мощный. А что там под мостом было у Вороны? Давай заглянем. Что там было под мостом? А я еще не умирал, кстати, в этих песнях. Надо проверить, может, здесь своя смерть какая-то есть. Что это за мод? Soviet Cartoons. А, под мостом реально там сидят. Вступление прям вообще великолепное. Угашки под мостом. Даже стрелочки как будто пластилиновые. Ну давайте, я не знаю, вроде мы все поиграли. На этой мелодии будем заканчивать тогда. Сейчас тем более будут титры посреди песни. Правда, с музыкой какая-то проблема началась. Сдвоиться она начала, но ничего страшного. Выходи, короче, пишет. До сих пор обожаю этот мультик, пишет. Витёк был, но там другой Витёк. А, смерти точно. Сыром по голове давай получим. Нет. Ну, видимо, здесь нету других смертей каких-то. Чё здесь заглянем? Сразу к тигру, говорит, тут ничего не будет, скорее всего. Ну, я так и подумал. 3, 2, 1, go! Ну, здесь, конечно, музяка офигенная. У меня аж рот только открывался, когда мы играли. Не, все то же самое. Не доделали. Смертушки не доделали. Ладно. Прикольно. Не знаю, если честно, про Незнайку мне... Ну, там были нормальные песни, но я бы не сказал, что прям мне сильно зашло. А вот мне, наоборот, вот эти вот сильно зашли, все остальные, честно. Все вот эти 4 мне зашли больше, чем первые 3. Ну, вот такой вот я. Что ж,
Спасибо всем за внимание. Витёк был здесь. Это был Friday Night Funkin' Soviet Cartoon. Мод. Ждем мод на шайбу, да. А пока. Лайки ставьте. Читайте плейлист, смотрите. До свидания. Ответьте. Пока-пока.